Так, есть звук. Раз, все, отлично. Проверочка. Так. Привет, друзья. Неожиданно мне написал Мадлер. Оказывается, сегодня выходит... Не выходит. Нам дали доступ в Call of Duty. Call of Duty Black Ops Cold War Beta. Вот. У нас double penetration. Double penetration. Я первый раз запустил игру. Тут написано, что здесь есть жестокие сцены виртуального насилия, которые вызывают у некоторых игроков неприятность в кол. А их можно выключить, представляешь? Можно... неразличимо. Псевдоним Activision, связанный пароль. О, тут тоже Warzone есть. Разбанить. Не, чуваки, разбанить это к этому. Гара, я не знаю, за что он бан... Слушай, я нажал что-то принять, я не знаю, он принял или нет. Нам в Warzone или в сетевую? Вы не можете присоединиться к этому сеансу игры. Хотя написано, что я в команде. Странно, в лобби. Вступить в команду. Нет? Сообщение не. Ранний доступ разрешен. Да, друзья, сейчас 2 дня играют те, кто сделал предзаказ. Конечно же, это не мы. Нам дали ключики к прессе. А все остальные смогут играть с 17, да, через 2 дня. То есть вы можете прямо сейчас уже пойти игру скачать в Battle. Слушай, но персонажи... Я выбираю персонажа. Во! У меня будет чувак в балаклаве. Как будто... Это белорусский стайл такой. О. Ничего себе, а чё ты меня не пригласил? Казарма, да. Так, у меня калаш, я так полагаю. Майами. Welcome to Miami. Так, истребитель танков. Ну давай мы лазутчика возьмем. Я только что гулял с собакой, я еще не отошел. Первый раз запустил игру. Мадлер уже 4-й уровень набил. Читак. А что, Мадлера не слышно, говорят? Как это так? Слушаю. Говорят, на Твиче не слышно. Ну. Хотя странно, на максимум выключено. Сейчас, может быть, зайти, открыть параметр звука? Нет. Надо зайти, наверное, в микшер. Громкости. TeamSpeak тоже на максимум выкручен. Совсем не слышно? Слышно, говорят. Лига. Не, у меня ползунок на максимум выкручен. Майами, США. Я считаю, что надо воевать именно на территории Америки, потому что они самые упыри. Что тут можно делать?
Минус один. О, надо жетончики собирать. User info, иди вперед, цикло. Тут нужно рашить. Кто-то бежит. Это наш, это наш. Оп, все. Мадлер, а ты где? Понятно. Надо Тимой бегать. Оп. Ай-я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 й. Мадлер, давай вместе ходить. Я чуть не обосрался. Игоры. Сейчас, друзья, давайте одну катку отбегаем, потом я звук настрою, потому что Мадлер опять где-то в жопе ходит. Тут главное смысл не в том, что просто подстрелить надо, а тут надо еще собирать жетончики. Это очень обидно. И не дать собрать наши жетончики. Ай. Ща, раки на меде. Это мои, блин, бейджики. Таги. Это был мой таг. Поднимай. Чувак, ну давай. Я не могу, там мы перестрелимся с чуваком. Блин, я убил четверых, но нет, не собрал. Сыкать, но надо... О, ты бежишь передо мной. Как будто гопник какой-то. Главное вовремя падать в подкат. Все, я твой бейдж поднял. Ой-ой-ой. Я как... Ой-ой-ой. Я как дурак хожу с включенным фонариком. Как его выключить? Тут еще есть серия. Я ничего не настроил, ни серия, ни хрена. Как фонарик сраный выключить? Кажется, он меня палит. Так. Какой-то странный звук. Бывает. Ой-ой-ой. Как выключить сраный фонарь? Слушай, мы с тобой два сосала. Зачем? А где второй? Их двое было. Противник кого-то вызвал.
Ай-яй-яй. Да, сура! Я запутался. Нет звука игры, нет голоса Мадлера. Сейчас, друзья, катку докатаем, и все будет. Самолет шпион готов. Давай, шпионов нам. Блин, с таким непрокачанным оружием, конечно, грустно. Серия! Второй уровень. Минус два! Как знатно все взрывается. Блин, вообще без оружия грустно играть. У меня остались патрошки только. Пистолет, в смысле. Да ёпт, как тебя взять? О. Ща. Ой-ой-ой! Вашу маму. Хорошо, хоть не пролипающая бомбочка. Ты потому что лошара. Ты не рассматриваешь такую версию? Интересно, это чей артобстрел? Там лежат таги лежат. Таги лежат. Чувак, беги за тагами. Что там у тебя? Ой, я не понял, что я уже запустился в игру. Вот это, знаете, дурацкое свойство перезаряжаться, оно обычно, если ты это не вовремя делаешь, оно мешает. Чё ты там куда-то всё перезаходишь-то, а? Ты ОБСом стримишь или чем? Ну так выбери просто в игре. ОБС. Как чувака срезали-то, а? Бодренько. Так, давайте настраивать теперь стрим. Скажите, слышно игру ли и слышно ли Мадлера? Я вижу, у меня ползунок херачит.
Привет, Андрей. Привет, Кензи. Так. Сейчас проверим. Так, это микрофон. Вот эта игра, да? Во, игру слышно. Погромче, потише, как? Скажите, как сейчас наполовинку стоит звук? Я второй уровень вкачал. Мадлер, ну что, лошара? Чё у тебя падает все, да? Не, все сейчас уже нормально. Все стоит? Все стоит, стоит. Все отлично. Я еще перезапущу этот рутоничат. Нахрена он тебе нужен? Да, читаю чатик этот. Так открой просто на втором экране. У тебя есть второй экран? Не, у меня не влазит просто. Не хватает стола. Мне нужен стол. А у меня тут коктейль. Молотова? Нет. Так, сетевая игра, погнали. Знаете как? Спасибо. Серия очков. Так, где там Сиротин? Вот Сиротин. Отправить приглашение. Пока нигде. А, нужно мне выйти из игры, да? Пишите в чатик, потому что, вот видите, просто упало. Вступить в команду к Мадлеру. Так. Все. Так, что там у меня создание класса? Нет, это какой-то гопник. Надо кого-нибудь... Кто тут есть такой антуражный? КГБ. Вот. Женщина из КГБ, ЦРУ, ВВ... Я не успел. Комплект создания недоступно. Вообще ничего. Слушай, но пока кажется очень медленно. Или это... Сравнению с оригинальной, ну, будем называть этот самый Modern Warfare оригинальным, то да, довольно-таки... Это из-за того, что у нас пока медленное оружие, или тут просто стиль такой? Сама по себе такая. У меня такое ощущение, что она как консольная, да? То есть вот такое ощущение, что вот прям порт сырой еще такой на консоль, с консоли. Вот и Мадлер, вот. Все норм. Все будет норм. Да нет, какой консоль? Их же отдельно вообще делают подразделение ПК-версию и консольную версию. Хотя потом они как-то вместе... сращиваются. Картель! Убийство подтверждено снова. У нас только один режим, что ли, походу? Не, они там разные. Ну-ка. Возьму эмочку. Авто-аим есть? Не знаю. Вернули... У меня МП-5 будет. Убийство подтверждено. Пишут, что вернули классическую скорость. Врагов народа. О, с МП-5 пободрее. МП-5. Нате, пацаны, вам. А я сейчас залезу на вышку. Воу-воу-воу, ну я как обычно выбежал, где их целая толпа. На вышечку можно залезть? Вон, на вышечку. Ну нахрена мне прицел нужен, если некого стрелять? А, ладно. Ой, она по три выстрела делает. Хорошо, понял. А, ты напоролся на это же говно, что и я? Ну, я бы не сказал, что это говно. Мне полнейшая лажа. Мы выходим вперед. Не, так, стоп, секундочку. Вот это мне как-то больше нравилось. С этим что-то можно сделать. Мы проигрываем этот бой. Где там за место? О, вижу Мадлера. Ну где? Хоть для кого-то этот прицел дурацкий использовать. Вон там кого-то убили. Гранату вот. Что ли? Так, ты чего-то стрелял, мудак. Покажи лицо-то.
пробежал. Короче, какая-то винтовка бесполезная, да? Давай, давай, собирай таги, собирай, молодчик. А! Так, можно сменить комплект? Я понял, я лучше вот за это побегаю. Тут два варианта, либо штурмовая винтовка, либо МП-5. Больше нет. Отстаем. Вон там сидит, на вышечке. На вышечке. А чё, не пробивается, что ли, эта херня? Стена, видимо, нет. Сферы эти. О, а вот и сиротин. Гул за сиротин. Убил на вышке чувака. Молодец. Гоу. Надо теперь жетончик его забрать. В секторе обнаружен самолёт шпион. Пришёл. Ещё один минус. Бросаю гранату. Минку тут, оп. Где там враги-то? Не видно. Хватает ли там грузовика просто валом? Да ёпта, откуда вас столько? Тут сразу троих-то не разберешь. Хочется прокачанного оружия. Мне кажется, что тут прокачивать вряд ли что-то получится. Уже ранний доступ. Ну, так оно же с уровнем-то должно расти. Очень медленное оружие. Может, с пистолетом бегать? Так. Ну, так немножко понагибали. На вышке сидит чувак. На его месте должен был быть я. Да сука! Накоси-ка, сука, сена! Мне нравится, когда нас встречают. О, у меня что-то прокачалось. Ой-ой-ой! Очень долго граната кидается, прям пипец. Очень долго граната стреляется. Так, ну не так сильно еще. Что за режим? Режим, собираем эти таги. Жетончики. Kill confirm называется, кажется, он, да? Подтверждение убийства. Подтверждение убийства. Ой, как меня! Я на гранату наступил, на мину точнее. Не будь не футболистом. Ой-ой-ой-ой-ой. Но тебя нет. Очень долго гранат кидают. Прям я расстраиваюсь. В секторе обнаружен самолет шпион. Так, сейчас бы был хедшот. Самолет шпион от хреново. Безусловно. 6 ликвидировано, 4 тага поднял.
Ой-ой-ой. Обошел меня. Сука. Лови гранату, друг. Вот он, гад, а. А, он за мной шел. Вообще нифига не попадается. На вышке чувак сидит. Противник поставил часового. Противник поставил часового. На вышке чувака убил. А! Не смог залезть. Там лежит так. Много-много-много, вас слишком много для меня. Отбил! Да. Оп. Ой-ой-ой, обходит, обходит, обходит. Я что-то ничего, это, оглушен. Так, не собирай. Откуда? Откуда? Не вижу. Одного, одного снял. Где второй? Дэв справа! Где-то там. Кто-то чем-то шмаляет прям, знатно так. Так, я собираю его. Подстрелили. Я прикрывал, чтобы люди таги собирали. Какая классная штука. Блять, перезарядка быстрее. Слутная, знатная штука. Шестиствольничек такой. На треноге. Глаз. Мы насосали. Победили капиталисты. Да, причем нормально, так по двадцаточку мы просели. Слушай, ну по ощущениям прям медленно. Медленно. Очень. Может быть, просто это еще бета идет, еще не настроенная игра. Я говорю, у меня такое ощущение, что она реально как консольная такая. Да причем здесь консоли играют с такой же скоростью, как с ПК. Нет, ну тут вообще ощущение от именно управления, как от консоли. Не, ну в предыдущий играл в Warzone и в сетевую игру. Там играют вместе и ПКшники, и... Ну, понятно. Ну, так скорость одинаковая. Я помню, как-то я был на мероприятии, по Call of Duty, наверное, и играли мы с французами. Нам, они играли на консолях, мы играли на ПК. Нам так жопу надрали. Это было прям... очень неприятно. Ну и чё, блин? А, вот. Даже с одной болью не умираешь. Мне, короче, выкинуло от тебя. Что, что, что у тебя происходит-то? Мы с тобой, ну, в команде. Это... А, ну мне просто написано, что было, что я не могу войти в это лобби. Так, ладно, чё у меня тут есть? Чё у меня есть? О, создание класса. Чё-нибудь есть? Прицельчик. Оружие-то можно качать? Все закрыто, да? Прицельчик поставили. Оружие не качается, кстати. Ну, качается. Не-а. А у меня прокачался, я уже оптику поставил. У меня вот открылся и... Нет. Нет. Ничего. В оружейнике все закрыто. Не, у меня... Ну, еще откроется. Короче, у меня открылся. Ой, меня снайперка есть. Винтовочка... МП-5. А ты сейчас чем бегаешь? С МП-5? Ну, дать. Не-не, я сейчас бегаю с этой, с М-кой. Угу. XM4. Ну, окей. Давай, а чем мы ждем? Запускай. Ну, так, чисто посмотреть этот, что прокачалось. Давай. Первый левел оружия просто. Может быть. Ну, я думал, что просто мы играли уже, сука, четвертый уровень качал. Можно было бы уже и прокачать что-нибудь. Modern Warfare пока лучше.
Какая-то музыка, это у тебя? Заблокировать всех, нажми вон там внизу. Это кто-то в лобби включает музыку. Разбор операции. До старта 9, 8, 7. Серия очков. Все те же самые. Я сегодня не успеваю настроить. Ты играл созданными билдами. Ага, теперь-то не созданными. Все ясно. Ну давайте. Что за карта? Опорный пункт, картель. А, только что мы где играли, да? Блин, 6 на 6. Я люблю, когда... Хотя 6 на 6 позволяет проявить твой скилл. С кем мы общаемся? Пошли в жопу. Какой-то азиат. Никарагуа, Центральная Азия. 1982 год. Я еще не родился. Опорный пункт милиции, я знаю, есть. Опорный пункт подтвержден. А, захват, смотри, новый режим. Блин, а тут нельзя открывать двери. Ну, тогда надо бежать захватывать. Захвачен. Мы выходим вперед. Молодец какой. Возьмите цели под контроль. Осколочная пошла. Я просто докину гранату для этого. О, потрошки скаут поднял. Хорошо. Ай-яй-яй! В попку накидали. Мы потеряли опорный пункт. Все, давай точки захватывать. Okay. Сука, зачем я пропал? Чувак, чё ты здесь сидишь-то? Я понял. Опорный пункт у противника. А сколько точек всего на карте? Да что-то мне... Давайте мы сменим класс на МП5. Я так полагаю, тут Close Combat будет у нас. И какие-то азиаты разговаривают у меня. Да ё... Мадер, ты здесь вообще или ты чё? Чё молчишь? Я загружён в игру. Увидел чувака, кинул гранату. Точнее, как кинул гранату. Я выдернул чеку, но из-за того, что он очень медленно все это делает, реально прям очень медленно. Очень медленно. Кто-то там с попаганом. Ой-ой-ой! Карамба! Противник захватил опорный пункт. Интересно, опорный пункт это одна точка? Колдуар. Ну, колдуновый. Давай захватывать, что ли, тоже. Опорный пункт под контролем. Я боюсь. Со всех сторон стреляют. Вон там чувак в доме сидит сзади. Да хорош меня стрелять. Он еще в приседе ходит. Так. Слушай, а мы прям насасываем капитально. 50 очков разница. Чувак такой, типа, незаметно засел. Они все в этом доме сидят, надо в него гранату, короче, кинуть. Не, я убил, мне кажется, двоих. Ну нам надо захватывать вообще-то точки. Нам вообще насрать на этих чуваков. А они просто сидят в доме. В домике. Ой-ой-ой. В секторе обнаружен самолет-шпион. Самолет-шпион? Это плохо.
что они нас видят, а мы их нет. Опорный пункт подтвержден. Так. Блин, о, смотрите, я МП5 прокачал. Давай, и убийство. Да ёб мать вашу. Очень медленно гранат кидает. Надоел. Опорный пункт потерян. Как хорошо иметь. Домик в деревне. Противник вызвал самолет-шпион. Да, сука! Нет, они их как-то прям очень, очень правильно они заходят. Очень правильно они группу играют. Опорный пункт подтвержден. Опорный пункт у противника. Противник наводит артиллерию. Опорный пункт под контролем. Внимание. Да, артиллерия — это сила. Запорный пункт такой. Твою ж мать, сколько. И все в этих балаклавах. На вышке сидит мужик. Мужик сидит на вышке. Там их двое, один еще под вышкой. Но я не могу всех убить. Как бы я ни старался. Насколько я понимаю, снайпер как тоже ваншот. Надо заходить на точку с гранаты. Ну, я убил троих, двоих. А он постоянно перемещается. Oh, shit, was... Опорный пункт захвачен. А! Да хорош! Держим, 108. На опорный пункт. Противник вызвал самолет шпион. Опорный пункт у противника. Блин, еще бы. Вот, вот он, самолет шпион. Вредный. Противник наводит артиллерию. Артиллерия — это плохо тоже. Блин, только появился и сразу у противника? Ну, видимо, они там просто... О, тут же есть еще вторая граната, точно. МП5 на дальних расстояниях, конечно, не очень. Автор смерти мне не интересен, спасибо. Что же мы так осталось? Ой, ну вообще просто вообще дымище домное. Все в домик.
Самолет шпион это плохо. Мне не нравится самолет шпион. Обнаружен опорный пункт. У меня так перестреливают все боты. Блин, я думал, он сейчас начнет перезаряжаться, выпрыгнул прям на него. Группа ЦРУ, возвращайтесь на базу. Время 28 секунд. Почему я на втором месте? Неплохо. Это open bet или покупать надо? Это сейчас два дня теста для тех, кто предзаказал. И, соответственно, с 17 числа вы сможете играть. Все смогут играть. Игру уже сейчас можно скачать в Battle.net. Так, у меня появилось оружие апгрейд. Так, комплект. Комплект. Создание класса. Это P5 оружейник. Кто так, это? Продолжить. О! Дульный тормоз. Удлиненный ствол. Кто-то из республики чат. Чат мне звонит. Кто-то из республики чат. Странно. Стимулятор. А почему я не могу повесить? Я хочу стимулятор, я осколочно, зашибись. Так, что у нас тут есть? Дульный тормоз ставим. У меня ствол удлиненный. Почему-то открыто вроде, а повесить я не могу. Давайте Москву посмотрим. Инженер. Москва never sleep. И перки все закрыты. Блин, а странно, я открыл апгрейды, а они недоступны. Не знаю, бля, все доступно. Странно. Клевая графика, наверное. Ну, Андрей, а чего дропс не включил? Мы даже ключик не получим. А можно? Я просто гулял с собакой и услышал Мадлера, что... о, что это такое? Культурный центр? Москва, Москва. Откуда в Советском Союзе храм вот этот вот Христа Спасителя? Его там не было. Там был бассейн Москва офигенный. Бассейн Москва, я еще помню. Я застал его. Попробуй пистолет. Попробуй пистолет, да. Это Митина. Кстати, в это время на Митина была свалка. Насколько я знаю, Митин построен на свалке и кажется там то ли радиоактивных отходов, то ли токсичных. Храм Ильича на крови. Пустырь там был. Где? Не, вместо храма был бассейн Москва, офигенный. Я его помню, он даже зимой работал. Так, три точечки захватить надо, поэтому давайте фармить очечки. Фармим очечки. Захватываю цель. Точка Чарли! Самый замес, конечно, идет за точку Бета. Мы вырвались вперед. А, уже захватывает ее, смотри. Противник занял зону Альфа. Альфа хрен с ним, пусть забирают. А почему он меня перестрелял? Я же так эффектно прыгнул. Нам главное, друзья, держать две точки. Вот, точка Б. Крыса! Крыса тут сидит! Крыса вторая! Понасажались тут крысы! Сколочная! Еще один крыса! Или это я крыса сейчас? Кто-то в кого-то что-то кидает. Я думаю, может сделать диверсию и пойти А захватить. Да что ты будешь делать? Никто не ждет такой наглости. Говна какого-то. Ой, 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 обосраточки. Пошел и на Альфу. Да, да. Такая же фишечка. Вот прям сейчас тебя застрелили там, да? С шотганчиком, чувак. Прикладом убили, блин. Надо настроить управление. Как это так? Что это за читак? Блин, я в него всадил прям так, как мама не горюй. А он пробежал и...
Да ёп, они идут на наш С. На С идут. Б захватывают. Зона Браво потеряна. А это у нас знаете. Вон, я тебя вижу. Да, ёп. Да что такое? Почему так медленно все происходит? Блин, у него уже винтовка прокачана. У тебя сразу прям обвес показан, когда тебя чувак убивает. Он такой, тебя убил чувак, у него прям все хорошо с оружием. А ты, лошара, бегаешь. Более-менее. Да? Теряем Чарли. Противник вызвал самолет-шпион. Ну они так плотно там засели на точке Б, что нам не отвечают. Да я, блядь, дайте гранату кинуть. Доступен какой-то полевой микрофон. Не знаю, что это такое. Как я не люблю вот эти вот дебильные режимы. Куда? Справа, влево, влево, влево. Да не, вообще отлично. Очень медленно граната кидается, прям реально бесит. Обычные. Да сука! Релодинг! Они вызвали самолет рэп. Сейчас нам споют рэп. Они захватывают С, чуваки, они захватывают. Они прокачаны, они прям классные. Чуваки, там на С месяц, вы что, не видите? С просираем. Да тут вообще турбослип, успокойся. Все, С зачистили. Там команда играет, а у нас... Вот, я взял, сейчас взял прокачанную. Прокачанную взял. Теряем Чарли. Ай-яй-яй! Да сука! Блин, реально у чуваков, мне кажется, или у них прокачанное оружие. Какие у нас есть варианты? Вот это вот. Это марафон, а не спринт. Победим в следующем раунде. Мы можем выиграть. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Я смотрю на эту игру, потому что мы не можем выиграть. Да что ж такое-то? Теряем зону альфа. Доступна мина какая-то. Че, уже и альфа захватываем? Захватываем Чарли. Бля, как он туда гранату так прокинул-то? Откуда он знает, что я там стою? Сосямба! Что-то как-то... Что-то как-то нет. Стабильно идем, двадцаточка разница. Чувака калаш. Да, с калашом стреляет. Вообще молодец. Не, ну МК как минимум. Все. Смена сторон. А прям во время игры нельзя кастомизировать оружие? Можно? Нет. Смена класса. Возьмите цели под контроль. Ну да, нельзя. Странно. В секторе обнаружен самолет-шпион. Захватываем альфу. Омега. Слушай, ну я вообще карты совершенно не знаю. Против нас играют противники с уже прокачанными. Ну все, узнай. Учи карту. Мы, собственно, впервые тут. Не гунди! Да нет, я сейчас гунтаю. Блин, их там много. Сейчас сюда граната прилетит, и пипец. Минус один. Но справедливости ради карты небольшие.
Да что же вы так? Доступен полевой микрофон. Что такое полевой микрофон? Блин! Сосямба! Я-то так-то в колду поигрываю. Обнаружено наведение артиллерии. Внимание, угроза. А тут что-то немножко непривычное. Немножко это как бы очень слабо сказано. Все очень медленно. Гранату ловите, гады. Да, перезарядка сраная. Надо как-то на это надрочиться. Убийца королей. Ой-ой-ой-ой, кто-то уже пришел там. Ну что, ну сейчас чуть получше идем. Похоже на игру на геймпаде. Так нет, понимаешь, такое, у меня такое ощущение, что я играю на геймпаде. Ой-ой-ой, вспышечку не туда кинул. Побежали? Но ощущение весьма странное. Попробуй. Потом напиши в комментариях. Так, нам, наверное, надо пойти захватить цель. Мы на цель идем. Захватываем цель. Теряем альфу. Полевой микрофон поставлен. Ее, какие мы молодчики-то, а? Все зоны под контролем, вообще красавчики. Хедшоты раздавай, не спеша. Да ты как скажешь, братан. Можешь попробовать. Теряем зону, браво. Что такое? Было все под контролем, теперь все просираем. А, тут из дробаша, кстати, раздали. Я подсветил. Они заняли зону Браво. На тебе, братан. Блин, с шотгана прям хорошо, да. Броньку ему снял. Ну вот как он мне... Он такой хэтик вообще хорошо. На раз. Доступна контактная мина. Контакт. Я убил несколько чуваков, я красавчик. Блин, мне в спину попал этот гад. Мне вот немножко не, я не понимаю, как тут этот урон наносится. Что-то как-то разбирают прям супер быстро. Как на хардкоре. Мы заняли зону. Ой, зону заняли, а я туда кидаю. Сражайтесь до последнего вздоха и победите. Противник наводит артиллерию. Внимание, тут трое. Угроза от обстрела. Теряем зону Браво. Зона Браво потеряна. Чувак, или ты в жопу с своим шотганом на дальних расстояниях? Чего он стреляет? Чего он сейчас стреляет? Все, хватит. Забирайте убитых и эвакуируйте. Ох, неплохо, неплохо. Неплохо. Ну, хотят, походу. Не, ну прям. Ну такая уже уверенная. Цветовая гамма текстура какая-то неестественная. Она какая-то консольная, я вот так скажу. Графон консольный. Чё ты заладил? Ты консольная-консольная. Чё у тебя там случилось? Что это у тебя, это не у меня. Не, у меня нет. Да, у тебя. Я взял шестой уровень. Капрал. Награда стимулятор.
Дульный тормоз, это хорошо. Так, тут у меня что-нибудь есть? Нет, ничего нет. Так, что у нас? Калаш. Неплохо. Что у нас в пистолетиках, пулеметиках? АК-74 затесали в пистолеты пулеметы, прикинь. АК-74. Странно. Может, какая-то модификация? Ну, у корот просто обычный. Вот, еще, короче, коряк. Тут на коряк что-то похожее есть. Ручные пулеметы. Вот это бы, наверное, вот с этого еще надо пострелять. Точно, я придумал. Вот у меня как раз. И есть еще. Ой, да, это все, это мой комплект будет. Нужен перк на два оружия. Ну да. Тогда будет хорошо. Оп, попробуем с вот этим. Снайперки покажу попозже. Напомни, попозже покажу. Я же час показал. Показал. Нет, час не покажу. Вот это вот хочу. Он будет медленный, как говно. Группа ЦРУ, защищайте нашу свободу. Так, тут просто ПВП. Ой, какой он медленный, он вообще медленный. Кто включил слоумо? О, чувак успешно залез на вышку. Ой, убрал. Сядь! Сядь, дурак! Релодинг! Так, сколько он еще полчаса перезаряжаться будет, да? Нет, довольно быстро. Тут, наверное, даже должен быть какой-то перк на ускоренную перезарядку. Где-то тут был пассажир, я видел. Так, вот он теперь МП5. Блин. О, МП5-очка вообще шустрая. Чувак, меня стреляет. Никакая МП5-очка не поможет. Дайте вам гранату, парни. Граната пошла. Я тоже туда кинул. Как говорится, на кого бог пошлет. Ой, там чувак слева сидит. Блин, чувачок уже с глушаком, красавчик, ходит. Блин, с эмкой, я тоже хочу эмочку такую классную. Да, блядь. Чего мне только ассисты дают? Я его убил, я его... Возьми у него оружие, что ты пистолетом ходишь, дурак? Так, не, это слишком медленно убивает. Противник вызвал самолет-шпион. Сниперка. Доступен полевой микрофон. Что это такое? Я без понятия. Включаю полевой микрофон. На всякий случай воткнул. Я тоже поставил. Он подсвечивает врагов. В этом радиусе. Значит, это бесполезная херня. Эй, где враги? Я тут снайперку взял, если что. Зачем? Какой-то гад уничтожил мой полевой микрофон.
Причем он берет мои. Дурак какой-то решил меня. О, у меня есть артиллерия. Так, точно не мое. Блин, эмочка. Хорошо, сейчас я куда-нибудь сныкаюсь и как артиллерии. В вашем районе замечены машинки RCXD. Как работает артиллерия? Дайте показать. Да, прошу вас поддержку по моим координатам. Противник вызвал самолет-шпион. И у меня тоже есть самолет-шпион. Как так? Ну, блин, вы все время больше, чем меня. Так, куда идти-то? Самолет шпион-то плохо. На вышке сидит. Спасибо. Сзади обошел. Как я только что там был. А что ж такое? Троих убил, блин, четвертый меня, конечно, добил. Доступен полевой микрофон. Надо его куда-нибудь поставить. Даже помогать не пришлось. Полевой микрофон. Мой уровень запущен. Взяли. Противник наводит артиллерию. Ожидается артобстрел. Блин, полевой микрофон, отличная штука. Ах, только... Блин. Только долго перезарядка идет. Они уничтожили ваш полевой микрофон. Сука, они уничтожили полевой микрофон. Ну, видишь, не такая уж и хорошая штука. Отличная штука, я только что... С его помощью. Потому что на карте не показывается этот авиаудар. Я не понимаю, куда он. Блин, я ж туда кинул гранату. Я не знаю, она долетела или нет. Если показывать на карте авиаудар, это будет читерство. Я тебя вижу. Там в домике. Чуваки. Их много. Ах, ты не успел. Знаете, вам гранату, пацаны. Очень медленно гранаты кидаются. Чувак, вернись обратно в дом. Где? Ты сказал, вернись в дом, говнарь. Самолетик. Подсветил. Обнаружена машинка RCXD. Два каких-то совершенно одинаковых чувака залетели. Куда вы кучу-то бежите все? Да бля, он еще не выпрыгивает.
кинь гранату туда! Да нормальная спрей. Победа близка. Заставьте ЦРУ гордиться вами. Доступит полевой микрофон. Сейчас подсветим. Готов. Просто непривычно. Где-то тут еще одно говно. Вот оно. Опа-на! Подсветились все. Это было бы уже слишком. Обнаружен самолет-шпион. Вообще надо было, конечно, стимулятор. Точка невозврата пройдена. Завершите. Блять, откуда ты знал, что я там? Может быть, у него есть полевой микрофон? Ну, кстати, идея-то не говно. Возмездие, я нашел тебя, ублюдок. Я ошибка, если смерть. Ах, он ублюдок! Он отстрелялся, короче, и взял РПГ, и с РПГ меня шмальнул. Он хороший лак, мы затащили. Да. Глянь, Андрей что-то там может. Андрей вообще, как боженька. Я хочу себе такую, вот я чувствую, что в принципе неплохо. Тогда нужно М-ку качать, чтобы на нее глушачок. Так я ее и качаю, она у меня уже с этого, по-моему. Давайте. Серьезный парень. Да. Хатыж, бижбак, ту-ду-ду. Спейстика пострелял. Повышен уровень. Шестой. Удлиненный ствол. Ствольная коробка. Так, комплект. Смотрим. Что-то можно добавить. Ствол есть. Стабилизированная. Ствольная коробка какая-то стабилизированная. Подствольной планки ничего нету. Так, а, есть. Ты кто? Ну-ка давай посмотрим. Стабилизированное ЛЦУ. Что? Плюс 20 точности стрельбы от бедра. Сейчас будем. Та-та-та-та-та-та. Ну или не будем. Так, есть. Есть. Майами. Сателлайт я еще не видел, кстати. Че, ямочку покачать? Или АК? Я б калаш взял. Во! На калаш, если глушачок, прицел, мне кажется, прям как боженька будет он раздавать. Плотная катка, ну, можно и так сказать, да, ну, надо просто привыкнуть к этой игре, мы же пришли-то из этого, из Modern Warfare, я во всяком случае, там все динамично, ты там бегаешь прям, хатач, раздаешь, это такое ощущение, как будто бы, ну, вот какой-то неповоротливый этот чувак. Слушай, ну я, придрачился. Будем качать М-ку. Пофиг на все. Я буду калаш. Сколько это? Ну, а, Blackwood, мы здесь играли. Ну, это Майами. Да. Я так понимаю, они сейчас только маленькие карты, 6 на 6 гоняют, да? Ну, да, скорее всего. Установка Кигма 2 позволяет сбивать самолеты, шпионы, вертолеты и другие лазерные аппараты. Спасибо большое. Очень важная информация. Вы бы лучше побыстрее нам игроков нашли. О, какие мы прям серьезные парни. Ниндзяго. Моторные лодки. Я буду коньячок с лимончиком. Красавчик. Красавчик. Командный бой. Время пошло. Коньячок. Как, вот какой коньячок? Мы захватываем контроль. Блин, ну конечно, с калаша без прицела не очень удобно. Только, по-моему, она туда не улетела. Да, она туда не улетела. Не очень удобно. Сейчас нас чувачки пытаются обойти. Ну ладно, ладно. Так и быть, подстрелил. Сейчас я вкачаю калаш и начну вам раздавать.
новая идея сюда идти. Хотя нет, вот наши бегают что-то. Ты не наш. Вон вижу кого-то. Серия из двух! Да как он меня так? Как он меня Сири обломал? Как это так? Мы потеряли преимущество. Я же считал, что калаш классный. Черт на балконе, допустим, сидит. Я не в курсе, что он там может сидеть. Теперь будем в курсе. Еще и балкон не пробивает почему-то. Противник вызвал самолет шпион. Немножко подкрысили. Ну да ладно. Серию обломали мне. Доступна какая-то контактная мина. Так, ну мы его разобрали, да? Разобрали. Мадля, снизу! Я убил его, меня добрали. Я его подстрелил. Я получил 8 уровень, я капрал 2. Цель поражена. О, пойдем сюда глянем. Чего-то. Чего-то. Самолет-шпион ждет указаний. Гранатка, на кого бог пошлет. Я тоже взял 8 уровень. Ты начинал на 4 уровня выше меня. Ну, ты молодец, что могу сказать. Я же потом еще сколько потратил на то, чтобы перезапустить стрим. Самолет-шпион прибыл. Этот немножко этот подсветил. Ааа! Сука, на радар долго смотрел. Да я тоже запустил шпиона. Вот откуда-то летят, что-то летит, а я не понимаю откуда. Летят гуси. Ну почти же, ну почти добрал. 31-35. Мы можем, Андрей. Ты должен затащить. Я стараюсь. Что это за... Вроде наглухо. Противник. Да как так-то? Где мое прикрытие? Где мое прикрытие? Вон там прям перед нами чуваки бегают. О, надо будет зайти в настройки после карты. Поле. Поле зрения. Как же долго, блин, кидает гранату, бесит прям. И через стену нихуя, извините, не стреляет. Урод. Ликвидейшн. Гранатку, вернее, миночку вам туда. Оп. В секторе обнаружен самолет шпион. Обнаружена группа самолетов шпионов. Ах ты. Какое удобное место на крыше. Гранатки нет. А она бы не помешала. Так, это чужие. Что-нибудь сюда и что-нибудь сюда. Так, ну, конечно, это лучше всего делать в дом, когда зайдешь. Где-нибудь в укрытии, но и так пойдет. Так, не открывается, нет? Нет. Эй, гайз. Я упал. Гранаточку туда. Оп. А, не добросил.
нас тут разбирают, парни. Еще батя. Давай, давай, давай. Допустим, вот так. Бросаю оглушительную гранату. Прям оглушительную? Оглушительную, да. Это невероятно. Это amazing. Это... Готова артиллерия! Блин, сейчас бы подсветить, и тогда бы артиллерию. Сука, пистолет остался только. Надо кого-нибудь убить срочно. Вот так вот бывает. Контактную минку, оп. Ставлю контактную. Вот видите, это как я более-менее знаю. И командный бой я люблю, а не вот это вот метание по картам. Я на точку возьму. Вот эту точку возьму. Тут возьму. Я пришел сюда убивать. Мне нужно оружие с ручником. Мне нужно с ручником найти противника. Лови! О, убийство от поддержкой. О! Так, о, а вот. Мне принесли вот оружие. Мне принесли оружие. Хорошо. Убийца королей. Противник наводит артиллерию. Так, кто-то меня навел. Ожидается артобстрел. В секторе обнаружен самолет-шпион. Чё у нас тут? О, неплохо, вот я понимаю. Что за говно? Уйди отсюда, чувак. О! О, это какой-то снайпер был. Это какой-то прям снайпер, снайпер. Да, это... меня тоже снял снайпер. Видимо, кому-то поднадоело, да? Вызвал самолет шпион. Нормально, мы пока тащим. What the fuck is this? Я хочу спрятаться. Сзади, сзади, сзади. Бежим. Жить. Эти уроды на втором этаже стоят. Калаш вкачал. Рука дрогнула. Вижу Матлера. Спасибо. Снайпер сидит. Время задания истекает. Блин, что не сработало-то, а? От бедра, я смотрю, я заберется убью. Кидай осколочную. Супер. Мы победили. Так, держи, братья. А я? На первом месте. Нет, ты молодец. У тебя очков больше. Че, я 22 убил, 10. У меня 21. В этой игре не меняют ничего, даже графония. В этой. Подключи дропса. А как? Там надо привязать как-то свой аккаунт. Дропс. Оп, так, перк паранойя какой-то. Ну-ка, ну-ка. Рукояточка, светодиодный микрорефлекс. Сейчас мы посмотрим. Рейд, реквест, слоу. Сабскрайб, ансаскрайб. Так, подожди, я пока, короче, посмотрю, что вообще можно сделать с М-кой.
будет ты кто? Мордс. А, вот такой тоже, кстати, пойдет. Давай посмотрим. Подключи Дропс. Передняя рукоятка. Контроль гриппом отдать. Пойдет. Дропс. Мы еще посмотрели тут. Паранойя. Про звуковое предупреждение о том, что противник целится в вас. Инженер, возможность обнаружить неприятельское. Паранойю, конечно же, ставим. Ну и вроде бы все, больше ничего не было. А, вот что я хотел. Параметры. Изображение. Разрешение визуализации 100%. Формат экрана авто. Поле зрения. Вот. 120. Ну, наконец-то мы будем играть в нормальную игру. Зайди в изображение, параметры. И найди там поле зрения. И поставь себе 120. Фов? Да. Так, куда зайти? Параметры, параметры, изображение, изображение. Внизу найди там этот вон, экран, тип альтернативной цветовой схемы и поле зрения. Ой, тут можно 144 Гц поставить. 165 стоит. Так. Че, экран? Супер, 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 супер. Ультра, ультра. Режима найти и уничтожить нет. Тут все режимы поле есть. Зрения, че поставить? Тип альтернативный. А, вниз, поле... Смотри, поле зрения, 120 выкручиваю. Ага. Применить. И что будет? Игра. Смотри, что есть. Есть командный бой, опорный пункт, превосход. Ща, как дропсы включить сразу, сейчас. Вот что есть. Тут пишут все, включи дропсы. Cold War Drops. Cold, Cold War. Drop Twitch. Ну что, я запускаю поиск? Да, да, да. Twitch Connector. Зайди в Twitch Connector. Battle.net. Ну, давай подключим, допустим. Подключить учетную запись. Ну, давай авторизуемся. Разрешить. Один хер на Твиче никто не играет. Подключил. Дальше что? Подключить. Ага. Once you've done, visit Battle Connect page. Так. Visit. Подключение. Так, Андрей подключен к... Почему Apple, Google? Куда идти? Блин, чувак уже 28 уровня. Только начали играть. Ну, молодец. А, на плойке. На плойке, наверное, играли пораньше. А, ну да, они же еще до этого играют. Аккаунт Linked. Drop Watch. 4 hours. Play это бета. Я просто не знаю. Я вроде связал аккаунт и как-то что-то должно. Ну, все, у тебя должны быть дропсы уже. Да? Я не знаю. Ну, давай. Обновим экран. Идеи, да. А я не знаю, как проверить. Сорян, чуваки. Слушай, ну это надо было раньше загоняться. Сейчас что уже париться? Народ, если что, напоминаю, мы же, блин, вообще не по колдам, мы же по MMORPG. Вот тут, в принципе, тоже MMO немножко есть. Ну как MMO? Убийство подтверждено. О-о-о. Kill confirm. Ну наконец-то. О, как будто играю в Quake. Супер. Ну, не знаю, насколько супер. Супер-супер, это точно так же, как было вот в этой самой, в Modern Warfare. А, ты в таком, в читерском режиме играешь? Конечно. Я так играл, кажется, в Quake на соревнованиях. Иди собирай значки. Просто есть такая возможность, почему не пользоваться. Второй собирай. Второй собирай тоже. Красавчик. Сколочная пошла. Переиграл меня, мудак.
Да перезарядка! Патрошков не хватило. Так, одного минус. Ну, блин, пока только одного могу убирать. Ну, вот это мне уже нравится, это уже повеселее гораздо. Согласитесь, чатик, да? Вот это вот линия было, когда медленно было. Тут вот сразу 120 ставишь хоф, и у тебя все хорошо. О, я кого-то гранатой убил. И меня кто-то гранатой убил. Красавчики. Надо хедшот, конечно, ставить. Чуть разменялись. Давай. Собирай. Молодчик. Я забрал. О, блин, еще стрелял. Так, секундочку. Там какая-то машина едет. Пятка разобрала меня в клозе моментально. Чем припятки, дайте ей еще один шанс. What the fuck is this? Так, это свои, я понял. Чувак, стреляй! Да куда там? Что на толпа? Завтра там из троя бежит. Ну, я одного забрал. Так, ну мы как ни странно ведем. Ну, слушай. Несмотря на то, что я показываю чудеса вот такие вот. Вон выбежал, чувак! Готов он там. Забрали. Так а что, жетон не собрал? Да, вот, слушай, куча долбоотрясов бегают, которые не собирают жетоны. Два, на мне два было. Я, сорян. Гранату им кидаю. И вспышку. Убил. А, кто-то подорвался на моей гранатке, походу. Да! Надо подружиться с радаром. Нахрен пошел. О, это какой-то снайпер. Не, нормально, фов когда поменял, короче, все, я прям. Все? Прозрел? Да. Ну чё такое? Что за херня? Опять не успел уйти. Блин, что-то я не в ту сторону стрелял. Так, а вот это было неожиданно. Противник, это было неожиданно. Оба-на! Бежу, конечно, ожидаемо. Почему не по-ближнему? Да быстрее перезаряжайся, урод! Какой урод он, блин, уродец! Так это мудила где-то здесь же, да? Нет, мы его убрали. Вот, Мадлер. Ребята, where are you? Я с тобой. Вон на красненький пойдем. Пойдем на жетончики. What have you done? Машинка какая-то ездит. А, у меня радар же есть. Включил радар. Ой-ой-ой, вспышка. Ну я забрал какой-то там этот жетончик. Я забрал синенький. Самолет шпион, половина.
Можно было не останавливаться. А! Я просто напрыгнул на жетоны. Грудью? Типа того, в подкачку. Че стоим, че стоим, кого ждем? А, блин, много их там, много. Эти обычные КБшку, а вот можно... Ах ты! Читак стоит, не читак, а этот кемпер. Кемпер Снылся, крыса, да, сраная крыса. Затаился. Че все стоят? Все стоят. Ну, мы выиграли. Это, стойте, 65-29. Вообще, без шанса. Да, стреляли плохо. Во, у меня написано, что дропс включены. Вот какая М-ка. Ну, так отлично. Ее затягнуло было. Тут все карты с местами для сидений кемперов. Ну, может быть, да. Так, вот у меня... такая, ну, в общем-то, да. И Modern Warfare тоже такой же. Там прям хера крыса. У меня 9 уровень. Та же самая херня, Ромау. А где? Где мое оружие лучше? О, взрывная волна. Джокер у меня какой-то появился. Удлиненный ствол. Мы его поставим. Комплект, создание. Давай, калаш, оружейник. Где мой Джокер, Джокер, Джокер? Оптика, дула. Джокер, взрывная волна. Давайте хоть почитаем, что это. Дополнительное боевое и тактическое снаряжение метательного типа. Дополнительные боеприпасы на старте. Зашибись. Так, что-нибудь у нас тут есть вообще, менять что-нибудь? Кстати, я бы вот поменял, наверное, все-таки на вот эту оптику. У меня она больше по душе. Так, дула пока нету, ствол стоит, подствольная планка есть. Магазин. Нихера нету. Так, я, кстати, стрелял немножко из этого. Ничего там не поменялось. Стимулятор начинает восстанавливать здоровье сразу же после применения. Да ну, в жопу. Сателлит. Я все хочу этот сателлит посмотреть. Че это такое? Заблокировать всех нахрен. Отца, ненавижу. Слушай, ну, показал, мне показалось, что микрофон эффективнее, чем... Мина? Чем-то. Мы столько на минах подорвались, там, чувак. Ну, просто микрофон ты ставишь и часто видишь, что как тебе в спину заходит. Ни разу не играл на стрите, кстати. Ну вот, я хотел бы глянуть. Центральная Африка. О, Африка. Давай, побежали. Го-го-го! Опорный пункт. Опорный пункт. Надо что-то захватить. Опорный пункт обнаружен. Опорный пункт захвачен. Мы вышли в лидеры. О, прям. Захватите цель. А где враги-то? Нет. Стремно без врагов. Нет, врагов. Пойдем их встречать надо, наверное. А, вот тут что-то кидает. Вот граната прилетела в меня. Вижу. Да, есть такая тема. Подхилимся. Ах ты, крыса! Ну пусть они сидят, ладно. Они видимо, не вкурили, что такое опорный пункт. Ну, двоих это как-то что-то не получается. Тоже, кстати, небольшая, да? Есть. Оу! Так, давай, следующий. Опорный пункт у противника. Так, их забрали. Они разобрали, что такое опорно, по-моему, да? Они такие сразу, так что? Какое опорно? Гранатка! Ой-ой-ой! Какой-то это снайпер в меня стреляет. Отлично. А, это сзади. А, он потом наш? Решили подразобрать. Да-да, меня там что-то забрали. Превентивная гранатка. Так, что-то как-то вообще...
вообще, ну, слушай, а мы еще ведь, а нет, мы ведем. Да, мы ведем. Опорный пункт обнаружен. А, ну мы просто подготовились, они потом только поняли, что... Да ёпросто! Отбиваем опорный пункт. Мы потеряли опорный пункт. Потерян пункт. Опорный пункт захвачен. Захватываем. Все, да, хорошо. Сосямба! Так что сзади идет, вижу. Со всех сторон. Сзади видел радар. Ах ты, блин, только оттуда выбежал. Доступен полевой микрофон. А, блин, я тоже поставил полевой микрофон. Да кто там, сука, мешается мне, какой-то упырь? Опорный пункт захвачен. Они уничтожили ваш полевой микрофон. Они уничтожили мой полевой микрофон. Вот гады. Ну, Джаки. В секторе обнаружен самолет-шпион. А, в нем нужно находиться, да? Понял. Ну что, за полтора часа никто денег не кинул. Ну ты можешь быть первым. Мне вообще как бы все равно, мы внезапно взорвались. Я даже сразу забыл эту фигню. Мы потеряли опорный пункт. Так что мне полтора часа. Денег? Кто б денег-то дал? Противник вызвал. Да, друг. Осуждать можно. Возьмите, если не сильно. Тем более, видишь, там на нужное дело собирается. На какое? Не сказано, правда, какое. Не скажет, не соберется, то что. Да как вас много-то, а? Они решили все, видимо, в опорку зайти. Осколочная пошла. Разобрали нас. Блин, если подпрыгиваешь, то на демочку, короче, я понял. Я понял. Тут с дальнобойной не... Чё все стоят-то, побежали? Стоят. Опорный пункт захвачен. Противник вызвал самолет-шпион. Вот. Опорный пункт потерян. Захвачен, потерян. Как все быстро происходит. Смена опорного пункта. Так, тут лежит мудак прямо на опорном пункте. Смена. Вот, эмочка просто божественно стреляет. Да пробьешь еще? Ну, ты, слушай, не пью и пьяниц презираю. Как так? Это ты, что ли? Но я вызвал самолет-шпион. Нет, так и нет. А чего вы все в другую сторону-то идете? Опорный пункт захвачен. Не знаю, я порно-пункт держу, вот меня уже... Порно-пункт? О, мне кажется, кидая гранату, можно одновременно... ну как так-то? Я же мог его забрать. Десятый уровень. Кто папка? Блин, точку сменилась, сука. Ой-ой-ой, артиллерия, бежать надо. Нет, меня достала она. Обнаружено наведение артиллерии. Да хорош! Внимание! Угроза артобстрела! Мы проигрываем этот бой. Чё никто не идет на точку? Да-ка там держит ее, вон стоит вот так, он её второй раз. Держит.
вот этот, контролем, которого мы сейчас на расплату словили. Опорный пункт обнаружен. Так вот это будет хорошо. Все, сколько? 153, надо держать. Надо держать. Сзади. Кинул осколочную, пошла оглушающая. Опорный пункт потерян. Надо. В секторе обнаружен самолет шпион. Надо врываться. Да, так, мы что-то всасываем, всасываем. Так надо врываться. Да как так-то, ну, я ж так хорошо вышел-то. Осколочная пошла. Где все-то? Обнаружено наведение артиллерии. Блин, сейчас точку сменится. Угроза артобстрела. Противник вызвал группу самолетов-шпионов. Опорный пункт у противника. Блин, опять у противника. Как они там оказываются? Так? У нас там спорная зона. Опорный пункт захвачен. Обнаружена группа самолетов-шпионов. Да как прям хедшотом? Ребята, вы чего? Блин, так нормально играли и совсем бы. Так, я крышу. Обнаружено наведение артиллерии. Пойду опять крышу. Или надо перестать. Так в дом забеги. Противник наводит артиллерию. Ожидается артобстрел. Нас потеряем. Да как бессмертный, блин, Маклауд? Мы потеряли опорный бомб. Ну, кстати, тут довольно быстро очки зарабатываются. Сраный вертолет. Сраный вертолет. Следуйте в точку эвакуации. Ну, я вообще не очень люблю такие режимы. На резе игры у двух сторон конфликта будут одинаковые скины бегать. Скины, наверное, одинаковые, да? Не знаю. Серия X4. Сержант, 10 уровень. Че, мы калашу получили? Ствольная коробка. Хочу калашу какие-нибудь бонусы. Так, что там есть там? О, дробаш открылся какой-то. Быстросъемная обойма. Найс. Комплект. Создание класса. Так, обойма. Где обойма? Магазин. Вместо дульного тормоза. Как нихер. Okay, no, no, a little bit of me. Что он говорит? Почему я их совершенно слышу? Так, что там, сателлит? Блин, я не знаю, сателлит мне так не очень понравился, если что. Ну, да, такая странная карта. Снова она? Да. Только другой режим. Превосходство. Да тоже говно. Выбор класса. Калаш надо качать. Что такое Кек W? Я вообще не понимаю, о чем-то. Ну, это в чатике пишут Кек W.
Кек В. Из эмот... А, это, короче, эмоции со смеющимся этим, блядь, индусом, который рассказывал про что-то. Кек В. Та... Превосходство. Захватываем А и возьмите потом сразу валим на С. Занимаем Альфу. Противник занял зону Чарли. Они же и Бэчу захватывают. Молодцы. Противник занял зону Браво. На С идем? Зачем? Б идем отбивать. Ой, как хорошо, нас разобрали уже, а? Они там защищаются. Так, одного забрал, конечно, но ничего не спасло. Отойди, чувак. Ну понятно, тут просто как бы... Ну, я тоже могу на А стать, вот так, просто ничего не делать. А, вон Б, кстати, вот так. Так, я понял. Смена класса. Теряем зону Браво. Мне нравится Close Combat. Что-то прям мне здесь не везет пока. Или я не могу разобраться, разыграться. Да что-то просто тут до хера мест, откуда могут стрелять, понимаешь? Поэтому... Противник вызвал самолет-шпион. Ну, хоть кого-то убил. Досидел. Там сидят снайперы, стреляют. Да они тут вообще везде сидят. Как в спину уже? Противник вызвал самолет-шпион. Откуда там они в дюнах сидят? Какие-то. Надо Б захватить. Так а как туда пройти? Они со всех сторон. Блин, из-за того, что вот мы, мне кажется, как ослы бежим. Хотя мне нравится бежать. Совсем. Противник наводит артиллерию. Ожидается артобстрел. Хотя мне нравится стрелять. Доступен полевой микрофон. Теряем зону Альфа. Да вы ублюдки! Альфа теряем, давайте С захватим, чё. Захватываем зону Чарли. Ну, блин, ну один я ее точно не отобью. Они одерживают верх, будьте агрессивнее. Захватываем зону Альфа. Полевой микрофон работает. Полевой микрофон. Противник вызвал самолет-шпион. Он бежит. Альфа под контролем. Слева двое. Прямо перед тобой. И какой-то чудак в песках сидит, стреляет. Я вот все захват. Захватываем Чарли. Вы еще можете выиграть следующий раунд. Зона Чарли под контролем. Знаете, зона Альфа потеряна. Обнаружено наведение артиллерии. Ожидается артиллерия. Да, как так-то? Fuck you. Yeah. Yeah. Yeah.
По ощущениям приятнее МВ. Ну вот да, я сейчас фок поменял и по ощущениям играет точно так. Как мультиплеер МВ. Смена точек сбора. What's up? Че, на Б сразу? Захватите цель. Давай, мы лучше ломанемся, эти тут точно захватят, а вот что потом будет с Б, хер. Занимаем Чарли. Занимаем право. Так, надо брать. И Чарли, короче, еле захватили. Мы заняли зону Чарли. Обнаружено наведение артиллерии. Да сука. Чё, нихера толком не видно их, они где-то там в этом самом. Твою мать. Так, где этот мудак? Блин, слушай, из чего он разобрал? Из чего он разобрал? Ну, из снайперки, наверное. Какой снайперки? Не, это, скорее всего, МП5, наверное, была. Че, вон вертолет сраный пролетел? Как они отовсюду успевают? Я не понимаю. Точно, кстати, надо мне РПГшку поставить вместо пистолета, я думаю, что... Захватываем Браво. Абсолютно реал. Внимание, Семтикс! Да как же так-то, а? Вы... Сбейте вы его. РПГ нужно. Почему, блядь, нельзя сбить вертолет сраный? Захватываем Браво. Блин, я два их убил, больше не могу. Занимаем Браво. Потом попробуем все-таки на МП5-ке погонять раундик. Противник вызвал самолет-шпион. Обнаружено наведение артиллерии. Ожидается артобстрел. А, это все, я уже забыл, что я с МПЯ. Окей, еще попробуем. Ликвидация, понял? Ударный вертолет противника. Второго шанса не будет, все или ничего. Где это говно летающее? Зону Браво. У них ударный вертолет. Зону Чарли. Давай, давай. Сбил это говно летающее.
что на дистанции вообще ни о чем. Замечен ударный вертолет противника. Еще один. Нужно наведение артиллерии. Противник захватил Чарли. Внимание, угроза обстрела. Всем агентам немедленно покинуть район. Раптон. Ну да, кстати, М-ка, да, уже такая загрейдженная довольно-таки. Так, что мы тут имеем? Рукоять. Ага, скорость прицеливания. На что можем поменять? Вот на ЛСУ, допустим. Что-то ЛСУ пока меня не порадовал. Дульный тормоз, контроль вертикальной отдачи тоже нахрен не нужен. Я так считаю. Вот что мы сделаем. Гранатометы. Нет, вот это вот можно только поставить. Ну ок, ок. Мы рады малому. Картель уже смотрится как родной. Ну да. Давай. МП5. Майами и картель, кстати. Вот две карты. Привет, уважаемый. Смотрю, Гара наконец отпустили отдыхать. Да, ну, наверное. Он сам себе это. Среднее ликвидировано. 23 у меня написано. И КД у меня двоечка. Мы с Гар сегодня записывали на завтра, кстати, у нас будет ролик, посвященный БДО. Неожиданно вчера, очень. Вчера, кстати, тоже ролик был, так что тоже можно пойти глянуть. У нас на канале имеется в виду. Тоже про БДО? Нет, про MMORPG. Тоже внезапно, да? Ничего себе. Интересный хоть MMORPG-то? Конечно. Ну, три точно. Командный бой. Эй, бой! Оружие к бою. Разрешаю атаковать. Ай! Да за какую палку ты бросаешь оглушающую, дурень? Вперед! Че, тебе жалко, что ли? А нахера ты в дом залез? Хреновое место. Да я просто так щелкнул и бежал оттуда. Тут вот. А зачем ты ходишь с РПГ? Мне нравится. Я контроль. Уже одного минусанул. Я тоже одного. Ну, знаешь, так выбегаешь такой. Чисто! Чисто! И отъезжаешь тут же. Вон идет один. Нет, а там вертолет какой-то. А где враги-то? Ой, меня кто-то стреляет, я спрятался. О, залез на вышку. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Кто это меня хотел убить? Сейчас Мадлера убьют, и я их убью. А, нет, меня подстрелили. Какой-то красавчик меня подстрелил. А мог бы жить. Кстати, неплохая РПГшечка. Зря ты на нее гонишь. Я был за кустами, так нечестно. Ты меня не видел. Противник вызвал самолет-шпион. Это плохо. Потому что я сижу кемперю противника. А
он вызывает самолет-шпион. Расплата. Вот это вот мудила нас раньше убило. Вот я тебе вижу, у нас есть самолет-шпион. Что там, то работает, то... А, вот он. Кто-то его убил. Бля, точно, вот что там сидит. А я забыл. Это что, это не ранний доступ, это ОБТ для всех. ОБТ для всех будет с 17 по 19 число. Сейчас те, кто сделал предзаказ, страдают. Да как ты долго кидаешь-то, блин, гранату, сраная тупица. О, я его убил. Ничего себе. Вот. Ну ты даешь. Ты кого-то убил? Да. Какой-то мудак на вышке сидит. Гранатка ему. На вышке, ну, я не могу. Может, его накроют кто-нибудь? На вышке. Да как так-то? А что, гранаты я промазал или что, я не понимаю? Ну-ка, давайте проверим. В секторе обнаружен самолет РЭП. Готов. В секторе обнаружен РЭП. Как говорилось у меня в детстве, РЭП кал. Ох ты, читак сидит тут он у нас. Подсветил, ага, читак. Противник наводит артиллерию. О, помехи нам устраивают. Ой, мама, все не так. Да, мам. Алло. На PS4 или на ПК сейчас вроде бы на Xbox. Сейчас, в общем, только для тех, кто предзаказал игру. Мы, конечно же, ее не предзаказывали. Мы просто получили ключики. Вот, ну, могу сказать, что да, конечно, звонила. Довольно весело. О, кто-то на моей мини обманулся. Алло, алло. А 17-го, 19-го прям... Нет. Прийти и посмотреть. Нет. Алло. Вы видели, как это, да? Так. Тут же где-то были. Сраный WhatsApp, хреново по нему звониться. Я же видел, выходили. Давай. Видите, нужен новый телефон. Была неплохая. Потому что iPhone уже не справляется. Да. Они уничтожили ваш полевой микрофон. Там мне прислали сообщение, что у меня интернет оканчивается. А где? На телефоне? Да, я тебе там скинула на WhatsApp. Я посмотрю, хорошо. Знаешь, тогда что там? Да, хорошо. Ага, ну что, давай. Смотрю, давай. Угу. Оп. Давай, спокойной ночи. Давай, тебе тоже. Куда-нибудь вот сюда, вот плотнее так, под лучком. В секторе обнаружен самолет. Так, может, что мы еще что-то нормально зажали? Контактную мину, конечно. Так. Что это за оружие такое? Без патронов, блин, да, должен? Я там поставил полевой микрофон. Слышно меня? Вот так, да, нормально. На вышечке там еще. На вышке тела. Да я ж только что там был. Ну, там стоит полевой микрофон, это что видно? Я вообще противников не вижу. Вот уже вижу. Обнаружено наведение артиллерии. Окей, сейчас разберемся. Угроза артобстрела. Самолет-шпион на месте. Самолет-шпион.
секторе обнаружен самолет-шпион. Бросаю оглушающую. Лови, Мадлер, тебе. Ну как ты провафлил-то чувака? В смысле, я там что-то был занят другим каким-то делом. Да, конечно, занят был другим. Опять какой-то чудак на букву М сидит на вышке на этой сраной. Убей его. У меня МП-5, я не могу его убить. А ты попробуй. Внимание, я не понял. Какая-то херня на Сосалова пошла. Нет, мы пока-то ведем, конечно. Граната, взрывайся! Я его взорвал? Нет? Да, так не получается. Ник вызвал самолет-шпион. Здесь ты обнаружен самолет РЭП. РЭП! Самолет исполняет РЭП. Блин. Я чуть расслабился уж совсем. Где враги-то? На вышке. На вышке этого мудака надо. Так держать. Противник вызвал самолет-шпион. Внимание, они вызвали ударный вертолет. А где они вообще все? Оказалось... Вот они все. Да су! Я только до него добежал, а меня самолет сбил, вертолет. Сраный. Мне этот вертолет дал разок. Исполнительница ликвидирована. Он понял, откуда идти. Отлично, бойцы. Не успел я с артиллерии пострелять. Когда Гара заставишь сопку стримить? Не знаю, Гара не хочет сопку стримить. Так, мама просила посмотреть, что-то у нее кончились на телефоне деньги. Точнее, не деньги, а интернет. Че он там, качает что ли, что-то? Так. Чё в Кришну с РПГ вальнул бы? В какую Кришну? Ты о чем, бро? Ого. А сколько у нее всего? 1 гигабайт трафика? Чё за тариф такой дебильный? Вот, серия очков. Самолет. Рэп. Теперь у меня есть самолет, который, как ты говоришь, читает рэп. Доступно. Что за дебильный тариф? Так, это вот, допустим... Исполнители не то, казарма, символика, карьера. Мой тариф. Серия очков, вот. Настроить. Самолет будет вот тут, а тут вертолет. Все правильно. Настроить. Пройдите авторизацию. Да ладно, вы сейчас скажете... 16. СМС типа дайте. Блин, используйте один у всех сервисов. Введите пароль. Это я знаю пароль. Маминов. Осталось две попытки. Так, классно. Осталась одна попытка. Забыл пароль. Криша, новички? Слушай, не, я пробовал, кстати, по вышке работать из этого РПГ вообще по херу. Там такое ощущение, что эти вот мешки, которые лежат, они вообще не пробиваются ничем. Да, вышка отстой вообще полная. И вообще в этой игре, вот на самом деле сейчас,
в той же самой колде, допустим, МВ, которая, там можно пробивать через стены, то есть нормально шить. Я не понимаю, почему, да, через препятствия здесь не стреляются. Вообще пофиг, блин. Очень странная фигня. 4-7-9. Придумайте пароль. Убийство подтверждено. Время пошло. А, опять собирать жетоны. Настроить. Варим. Выбранные пакеты подключены. Так. Зачем стрелять по мешкам? По крыше надо было, по крыше надо было. Ну попробуем в следующий раз. Кстати, да, она бы там 100 пудов сдетонировала. Интернет. Что не работает? Андрей, мы тут всасываем, если что. Вы молодцы. Мы выходим вперед. Он говорит, вы выходите вперед. Он врет. Так, сейчас. После битвы. Настроим. Маме. Маме тариф нужно настроить. А они вообще чудаки все стоят внутри в этой в коробочке. Вас могут исключить за бездействие. Я ж побежал. Ну что? Братья. 39 лет победы в Европе. Чего? В Советском Союзе такого точно не было. Нахер. А, блин, не успел сбежать. Надо менять тактику. Отстаем. Жетончики, 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 жетончики. А, у нас жетончики. Так. Да, вас двое, парни, так нечестно. Опять двое тоже. Полевой микрофон работает. Ну вот я-то что-то не вижу их там дальше. Что тут? Баш... Не башня, а башня. Жилой комплекс. Хороший выстрел. Трындеть не буду. Противник вызвал самолет-шпион. Самолет-шпион обламывает весь кайф. Стреляли. У нас тоже есть самолет-шпион. Мразота это сидит до сих пор, но как в лучших традициях этой игры. Встать на одно место и не уходить с него. Вау, 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 хорошо. Вспышка! Противник вызвал группу самолетов-шпионов. Противник прям разактивничался.
Противник наводит артиллерию. Ожидается артобстрел. Да как так-то, ёпта, чего он не сдох-то, я не понимаю. Слабак. Штаб, высылай самолёт радиоэлектронной борьбы. Я взял, короче, самолёт РЭП. Молодец. Ну, в смысле, я его вызвал. Молодец. Думаешь? Запрашиваю вылет самолёта шпиона. Чё такие? Что за херня? Чуть-чуть не успел. Мы вышли в лидеры. Молодцы. Жетончиков-то. Почти набил, уродца. Давайте самолетик вызвал. Че вы тут все застряли-то в одной куче? Надо бегать, захватывать жетончики. Все стоят в куче. Вот это что было? Это самолет РЭП этот? Я так и не понял. По-моему, ничего не зачитал. Ах ты, блин. Сосямба, Мадгар, тебя убили, да, последний? Нет, я убил сейчас. Гранаты имба. Как там консольщики? Не знаю, как там консольщики. Так, МТС. Почему-то в приложении нельзя поменять тариф. Поэтому ничего. Открылся вообще или нет? Так, какой-то приклад странный. Давай позже, нет. Так, да срали, ну, так, можем, то есть, открылся. Тарифы включенные. Угу, так. Что там у нас приклад дает? Скорость перемещения при прицеливании. Не интересует. Так, что у нас тут? Снайперка. Вот вместо снайперки мы возьмем штурмовые винтовки. Калашик у нас побудет. Да, конечно же, гранатометик. МТС. Какой у вас воровский сайт? Симулятор. Ну вот как-то так, я думаю. И заблокировать всех нахрен. Так, а где чат?
Выбранные пакеты подключены. Посмотрим, что из себя представляет калашмат. Поддержка. Чат. Где мой трафик? Трафик. Почему так? Опорный пункт. Топ-удов, бля, этот еще опорный пункт. Опорный пункт подтвержден. Возьмите цели под контроль. Кстати, нормально стреляет. Я думал, тут сейчас будет отдача. Невероятная. Где вы, други? Кого-то убил. Блин, что за МТС такое галимое, блин, у них приложение. Дебильное. Тупейшее приложение. Говнооператор. Кто меня откуда стреляет, я не знаю. Откуда ты стреляешь? Опорный пункт под контролем. Мы вырвались вперед. Шо? Опорный пункт потерян. Потеряли преимущество. Опорный пункт обнаружен. Ну давайте что ли попробуем опорный пункт захватить. Опорный пункт захвачен. Молодцы. Ты потеряна, а про ее. Ну как мы его нашли? Как срезало чувака. Ой-ой-ой, там какие-то снайперы стреляют. Пошли опять. Они со всех сторон идут, негодяи. Мы потеряли опорный пункт. В водичку можно прыгнуть? Да легко. Искупнулись. У меня пакет на 10 гигабайт трафика. Мне нравится калаш. Определенно. Калаш — это то, что я буду качать в этой игре. Полевой микрофон. Пускай будет. В секторе обнаружен самолет-шпион. Опорный пункт обнаружен. Обнаружена группа самолетов-шпионов. Противник захватил опорный пункт. Ой, не дали забежать. И тут крысы бегают. Вызвал самолет шпион. 21-108. Ну мы вообще не захватываем опорные пункты, я хочу сказать. Мы играем в игру, кто кого больше убьет. Опорный пункт подтвержден. Опорный пункт захвачен.
Сейчас, просто у меня вопрос с трафиком. Сейчас мы решим и всем, всем жопу. Кто-то ворвался голосом в чат. Мы потеряли опорный пункт. Снайпер, ублюдок. Опорный пункт под контролем. Противник вызвал самолет-шпион. Противник наводит артиллерию. Прячься. Внимание! Розарт обстрела. Опорный пункт потерян. Опорный пункт подтвержден. Конечно же, мы опять искупили. Черт, не вовремя. Перезарядка не вовремя. Так какой-то откуда снайпер стреляет? Да и блин, надо бы хоть побольше что-ли забрать. Опять ваншот! Как так? Опорный пункт. Да! Снайпер сраный. Противник вызвал самолет-шпион. Опорный пункт у противника. Да хорош, ну блин. Внимание, угроза артобстрела. Это нечестно. Противник наводит артиллерию. Внимание, я боюсь, что уже мы слишком глубоко всосали. Осторожно, у них снайпер. Опорный пункт атакован. Опорный пункт потерян. Ну, у нас команда какая-то странная, им вообще не нравится. Я на опорном пункте троих убил. Да я тоже убил. Опорный пункт атакован. Четверых убил. Противник вызвал самолет-шпион. Противник захватил опорный пункт. Нахрена он взял снайперку? Гребаный снайпер. Захвачен. В секторе обнаружен самолет-шпион. Такой дурак прям. Ой-ой-ой, гранату, блин, кидай. Давай, давай, взорвись, взорвись. Взорвись. Да что это за снайпер-то такой прям? Какие-то гранаты хреновые, не взрываются. Еще и со своим сраным вертолетом
Сраным вертолетом. Опорный пункт у противника. Бросаю оглушающий. Ну чё, второй стоит? Сосёт. Опорный пункт захвачен. Мы потеряли опорный пункт. Кто захвачен, кто потерян. Противник вызвал самолет шпион. Опорный пункт под контролем. Опорный пункт атакован. Ух ты ж, ёпт, что ж. Понял. Ну, тут надо поиграть, конечно, в это все, чтобы понимать, где сидеть, где не сидеть, куда стрелять, откуда можно прийти, и там и прочие мелочи жизни. А этот придурок, скажет, до сих пор нормально шьет. Опорный пункт захвачен. Группа 13 уровень. Много вас тут. Мы проиграли. Вы всосали. У меня мама за 2 недели 10 гигабайт трафика на телефоне уговорила. О, у меня код ошибки. Меня выкинул. Давай. Лучшая игра войны. Столько... Что, будем продолжать? Куда она столько тратит? Да. Ну, не знаю. Ты уже наигрался? Ну, я-то да, конечно. Да, это да. Возьмем перерыв. Да, возьмем перерыв. Слушайте, народ, ну, в принципе, норм. Я могу сказать, что если сравнивать с МВшкой, то... Ну, вот, Читаку, когда... блин, много кемперов, прям бесит. Да, карты маленькие. Я думаю, что, конечно же, на релизе они покажут больше. Сейчас сколько там? 3 карты я видел всего более-менее, так, да? Ну, то есть, в которых мы поиграли. Угу. Это Майами, Москва, потом вот эта вот пустыня. Сателлит. И что, сателлит это пустыня, и что-то еще там было, какая-то еще одна, по-моему. А, ну и вот этот, там, где с сараем этим посередине, там, где мышка это была. Угу. Все, картель. Вот, картель, 4 карты. Больше я пока ничего не видел тут. Ну и в целом, то есть, вот, когда фов меняешь, ощущение становится как в МВшке. Но оружие, опять же, несовременное. Да, можно менять, модули все те же присутствуют. Принцип все то же самое, то есть там серии убийств, все вот это вот как бы оно есть. Ну так что я думаю, что единственное, что тут действительно новое, это сеттинг. То есть вот какой-то такой, да? Это какие-то... Слушай, ну, блин, не знаю. Стало лучше ли она, чем Modern Warfare текущий? Хрен знает. Я думаю, что он, ну, такое же. Просто другое. Типа, да, я говорю, сеттинг и оружие, то есть оно более древнее какое-то. Я не знаю, мне, конечно же, больше по душе Modern Warfare, потому что, как бы, я ждал игру, чтобы в ней можно было на современном оружии что-нибудь вытворять. И сейчас тоже с удовольствием бегаю. В то же время здесь нам дают такую же возможность, но с другим оружием. Это, ну, конечно, как другое оружие? Калаш, калаш, МК, МК, МП5, МП5. Оно все чё другое? Оно тех времен, то есть это еще как бы... Да, это все то же самое. Как... Вон, сейчас все на свое оружие наденут глушаки и дульные тормоза, и все, и будет все то же самое абсолютно. Ну, посмотрим, короче. Я не знаю, то есть если... Вот у нас она просто как-то не заходит, получается, вот даже стрим, то есть там в пике смотрело, может, 40 человек каких-нибудь. Так ночь. Начали отваливаться. Ну, это, в общем-то, и как раз говорит о том, что у нас особого интереса нету к этой игре. Но я считаю, что... Call of Duty? Нет интереса к Call of Duty? В нее все играют.
У нас видео исключительно по ММО. А, ты про ютубчик, что ли? Да, 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 конечно. Вот видео у нас выходит по ютубу, на ютубе по ММО. Завтра приходите, все, кто смотрит нас, кто в записи смотрит, тоже привет вам огромнейший. Приходите посмотреть, будет видос по БДО. Я думаю, будет интересно послушать. Мы говорили в общем про БДО, что он из себя представляет. У меня запланирован цикл роликов по всем ММО-РПГ с людьми, которые играют, чтобы вам не приходилось потом бегать куда-то, ходить, чего-то искать. Вы пришли к нам на канал, хренакстики посмотрели. Вот, ну, допустим, сейчас вот есть ГВ-то, да, ГВ-2. С иным записываем по карте. Дальше, на 25 минут. Пришли, посмотрели, все, поняли. Играть, не играть, а что вообще игра. Завтра будет такое же про БДО. Ну, и в целом у нас есть сейчас... тоже, опять же, цикл роликов, конкретно MMORPG, то есть какие ожидаются в будущем. Вот сейчас у нас вышел ролик по поводу того, MMORPG ожидать до конца года. Тоже обязательно посмотрите, если не видели. Но в целом мне скорее понравилось. Мне понравилось, я уже конкретно сейчас... У меня какой-то новый режим, забавный. Режим забавный. Что-то тут движуха, да. Ну, я вырубаюсь, если что, давай. Андрей еще там продолжает. Бум, бум, бум. Бум, бум. Блин, слушай, вообще прикольненько. Так. Вы знаете, что делать. Цель отмечена, вы знаете, что делать. Мотоцикл! Реально есть мотоцикл, нахрена он нужен здесь? Противник вызвал группу самолетов шпионов. Обнаружена машинка CXD. Держите оборону, идет захват зоны. Какая зона? Какой заход? Вот так, все понял. Что у нас? Ой, как! Сука! У меня тут мотоцикл есть. Так, на захват зоны, друзья. Минус два! Минус три! Хотел сделать минус пять. Давайте, друзья, на зону! Да сука, что ты так долго перезаряжаешься-то? Я не понимаю. Захватить эту сраную точку. Захватывайте точку, уроды. Во-во, захват идет, хорошо. Хорошо, красавчики. Все, молодцы. Наш импульс повышается. Действуйте. Злодействуйте. Чего встали-то? Захватывайте зону. Продолжайте нажать. Тесните их. Отнимите противника из зоны, а потом захватите ее. Мы захватили цель. Отличненько, ребятки. Еще одну захватили. Давай дальше. Нос к носу. Поднажмите, ну. Нос к носу идем. Да, фак. Захватывайте следующую зону. Противник пытается вернуть свою зону. Ah!
инфо, а? Да какой там лошара сидит на вышке? Лошара на вышке. Удержать захваченные зоны. Сейчас удержим. Нет, не удержим. Противник вызвал самолет шпион. О, у меня тоже есть самолет шпион, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, граната. Помощь с самолетом шпиона. Наши пусть повышаются, продолжайте штурмовать зоны. Вообще красавчик, орлиный глаз. Давайте, друзья, следующая точка. Бежим, пусть они там ебутся. Захватывайте зоны. Закрепите прикрытие. Захватите следующую зону. Они пытаются отбить зону. Не допустите этого. Да еб ты твою ж мать, перезарядка сраная. Противник вызвал самолет-шпион. Противник вызвал группу самолетов-шпионов. На зону, на зону, на зону, идем. Защищайте нашу зону. Где все-то? Противник вызвал самолет шпион. Мы потеряли зону. Верните ее любой ценой. Просрали зону. Последняя точка. Они берут последнюю зону. Обнаружена машинка RCXD. Артиллерию туда. Что там, зону просирают опять? Да как можно так? А, я думал, я его убью. Как, ребята, вы просираете зону-то, а? Ну что ж, фак я. Прибыть в точку эвакуации. Как же они так, а? Система быстрого извлечения. Что это такое?
скорость перезарядки повышается. Хорошо. Скорость прицеливания. Приклад. О, думаю, что дает дольный тормоз. Компенсатор. Это нам нахер не нужно. Магазин. Давай вот это дать нужно. Пистолет. Пистолетом не стреляем. А что у нас тут с калашом? До старта 3, 2, 1. Армада! Новая карта! О, не видел еще такой. Ну, судя по всему, очень тоже будет close combat. То есть маленькие расстояния. Возьмем MP5. Мадлер, ты здесь уже или свалил? Нет, вот. Новая карта. Хочу на тебя прыгнуть, а мне говорят, что в игре нет места. Новая карта, где-то корабли в море. Армада. Да, видел такую. Прикольная. Блин, сейчас была прикольная карта, но из-за того, что я менял тариф, отвлекся, просрали. Какие-то лошары все играют, никто не понимает, что делать. Бегут куда-то. Ну я прям настреливаю. Вообще круто. Я как будто прям профессионал. Может, просто нубы все играют сейчас. Так давай, может, я выйду и ты будешь играть? Ну давай, пока ты играешь. Сейчас тогда, блин, выйду из боя. Давай. Сколько ты еще планируешь стримить? А я не знаю, но вот мне стрим есть не просит, висит и висит. Так, пригласить игроков. Отправить приглашение. Отправил тебе приглашение. Вот тут еще визиточки есть. Эмблема. У тебя так неправильно написано. Почему? Потому что Гоха пишется не так. А ты написал так. Правильно. О. Так, и что тут сжать? На быстрая игра. Быстрая игра. И потом еще раз быстрая игра. Угу. Неплохо. Блин, хотел себе вот такие наушнички купить на Strikeball. Они стоят что-то как не в себя просто. Что-то там $300. Я такой, или нет. Это еще причем реплика $300. Оригинальная стоит что-то вообще там. Ты страшные истории ты рассказываешь. Угу. У тебя два ствола этих, да, на ты показывал? Две эмки у тебя? Угу, да. Здорово. А, это в игре. Заблокировать всех. Смотри, с PlayStation сколько играет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И один с Xbox. Но они же играют уже сколько? 2 недели почти. Вот этот, который не знаю. С первого левела. Какой норм. PlayStation тоже. Просмотр игрока X. Москва, та-та-та-та-та-та. Здесь MP5. Мне понравился калаш, кстати. Вот сейчас... Калаш вообще с обвесиком, прям топчик. Он как-то мне даже пободрее показался, чем М-ка. Ну, вкусовщина. Ну, можно, его просто нужно раскачать. Тут нужно пройти через то, что, сука, она не стреляет. Да нет, не в том-то все дело, что с М-кой я проходил через это, а вот с калашом, калаш начал раздавать сразу. Ну, он, блин, без прицела говно. У меня прицел есть. Но я вообще привык играть без этих, без прицелов. Так быстрее сводится оружие. Средняя цель 3.0 у меня. Это в смысле КД. Я что-то никогда так не набивал. Что случилось? Что за КД 3.3? Москва, СССР.
Ну давай попробуем калаша, ладно. Надо его раскачать все равно. Бля, опять эти точки, я не могу. Возьмите цель под контроль. Можно просто постреляться. Занимаем альфу. Хочется постреляться. Зона Чарли в руках противника. На бету, на бету, на бету, давай. Противник занял зону. Ой, я это чё ты, как это произошло? Ты на Б, на Б, на Б. Захватываем зону вправо. Ты? Да. Красавчики, Б захватили. Блин, ну калаш прям медленный. Он убойней, но он медленней. Теряем зону альфа. Чем? Прям сильно медленней. Нормально, нормально. Может, но на С пройти? Теряем право. Гранату накинул. Ну ты зачем лезешь-то? Заходи ты с гранаты сначала. Со вспышечки. Тот-то вот. А, тебе уже все, ты медленно. Так, я понял. МП5. Мы утратили превосходство. Как это так? Ну вот, да. Калаш говнина. Такое прям комбо зашло. И стреляет, и граната, и вспышечка. Так, а теперь эмка. Мы потеряли право. Противник вызвал самолет-шпион. Блин. Он меня спалил. Своим гребаным шпионом. Теряем альфу. Снайпер. Как это теряем альфу? Захватываем чат. 14 уровень. Все, Чарли наш. Зона Чарли. Красавчики. Да, кто-то вошел и наказал нас. Ты чё это? Шалун. Все зоны под контролем. Удерживайте их. На альфе какое-то чудило какое-то сидит. Ой, как хорошо, как хорошо. Противник занял Чарли. Дружище, что ты за хрень кинул? Не-не, чувак, уйди отсюда, уйди. Да уйди, сейчас тебя снимут. Ладно. Я так понял, ты не уйдешь. Самолет-шпион.
как это мы проигрываем бой? Вы еще можете выиграть следующий раунд. Почему следующий-то? Мы этот еще выиграем. Раунд 30 какой-то херня. Да, блин, две точки у них. Плохо. Все что ли захватить? Обнаружена машинка RCXD. Да я не знаю, что я забираю, кончил. Ой, а почему раунд кончился? А, 100 очков набралось. Блин, неплохо, неплохо. Духом. Мы... Цель устранена. У меня топовый урон в команде. Чего ты убираешь? Он с калаша, наверное? Хотя, не знаю. Так, на А, на С. Захватите цель. Захватываем зону Чарли. Запрашиваю вылет самолета шпиона. Зона Чарли под контролем. Чертовой готова. Зона Альфа в руках противника. Кто это зашел тут с гранаты? Нужен самолет шпион. Сиротин такой. Олын. Оп. Кто сзади к нам идет, да? Сучонок! Он тоже меня видел. Противник вызвал самолет РЭП. Здорово, дружище, я тебя слышал. Противник вызвал группу самолетов-шпионов. Кого стреляешь-то? Этого вычеркиваем. Мы лидируем. Теряем Б. Я вам кинул гранату, взорвитесь, пожалуйста. Мы потеряли Браво. По смерти. Это граната за убийство? Я же... Захватываем Браво. В секторе обнаружен самолет-шпион. Заняли зону Браво. Бросаю гранату. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какой-то подонок расстрелял всех. Так, ну мы пока выигрываем, нам нужно выдержать. Да как так-то? Ну что, оттуда пришли все. Мы потеряли Браво. Обнаружена машинка RCXD. Берем зону Альфа. Твоя милость. Цель уничтожена. Артиллерия ждет координаты целей. Захватываем зону Браво. Обнаружено наведение артиллерии. Браво. Я захватил точку. Я молодец. Ну дурак, взял вы. Ой-ой-ой-ой-ой. Не ту кнопку нажал случайно.
случайно вместо... Чё? Точку Б надо убрать ещё. Блин, патрошки кончились, да как так-то? Я ж поставил быстросъем на... Мы потеряли Браво. Как так Браво потеряли? Браво мы потеряли. Гранат сначала, вперед! Наша, хорошо. Теряем Браво. Опять теряем. Противник наводит артиллерию. Внимание, угроза артобстрела. Мы потеряли Браво. Захват. Да fuck you! Альфа просираем. Неплохо. Вырвали. Лучшая серия из двух? Офигенная серия. А, вот она, третий. И вот четвертый. Это да. Нас с тобой убили. В лучшей серии. Блин, ну вот реально появляется оружие, изучаешь карты и такой, а я не говно, норм. Тут смотри, может быть 6 человек в отряде. Ну да, я видел. Упорщики, приклад. Перк какой-то, призрак. Это ты не видишь на радаре, не видишься, да? Так, комплект. Невидимость для самолета шпиона. Охрененно! Меня бесит самолет у шпиона. Ладно. Во, хороший перк. Тут там бобнича. Да какие-то вот дебилы, я, блядь, не понимаю этой херни. Что-то пообщаться не с кем или что? Что такое средняя цель 15? Средняя. Какие-то текст на текст наезжает, ни хрена непонятно, что написано. Вот это вот есть, конечно. Тут все карты местами для сидений. Нормально, сейчас разучится и прям хорошо будет. Слушайте, ну вот еще сколько мы поиграли, там, ну, 3 часика мы поиграли, мы, в принципе, уже более-менее знаем. Да, да. Прикольно, у чувака ник Ебанько. Карнавал. Дота спидран. Киахима. Глеб 11 Рус. Никарагуа, Центральная Африка. Давай! Убийство подтверждено. Че? А, kill confirm. Хорошо. Требует победы. Хорошо. Остается, вот я бегаю сейчас по этой по почве. Тут нет, остается. Я думаю, что следы остаются, когда у тебя этот перк. Классно. Вблизи имеется в виду. Где ребята? Ребята на речке воюют. Гранатку, ребята. Ой, ты чё,
Ах ты, сучка, я чуть-чуть не добежал до жетончика. Бросаю гранату. Труп, труп, говорит, труп. Не так просто не отвертишься. Чё за мешанина? Так. Красный жетончик, хорошо. Ай, блин, потерялся, не заметил чувака. Так. Надо идти туда, где скелетики. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, в спину накидали. Негодяи. Кто ж в спину стреляет? Сидят в своих сраных этих кустах. Не видно ни хера. Вот так тоже, да, можно. В секторе обнаружен самолет-шпион. Наконец-то кто-то, блядь, вкачал все шпиона. Ой-ой-ой, это, видимо, мина была, да? Да, судя по звуку. Обнаружена группа самолетов-шпионов. А чего вот у нас нет до сих пор шпионов? Бегаешь как дурак вслепую и ничего не видишь. Да чтоб тебя за ногу! Да что ж такое? 16:33. Что-то какой-то счет прям нерадостный. Бросаю оглушающий. 16:33. Вот оно. Обнаружено наведение артиллерии. Внимание! Угроза артобстрела. Обнаружена машинка RCXD. Здорово, чувак. Да как же так? А, ну их тут добил, хорошо. Опять. Мадлер, что ты в доме сидишь? Да, М-ка попизже будет. Это мой жетон. Хорошо. В секторе обнаружен самолет-шпион. Да сколько у вас тут много так? М-ка пизжи калаша. Ага. Обнаружена группа самолетов-шпионов.
решает скорострельность, конечно. Ну, поэтому МП-5. Ну, он дистанция. МП-5 не ложит дистанцию. Ложит. Плохо ложит. Ложит. Бросаю гранату. Бросаю оглушающую. Я кого-то убил гранатой просто. От балды кинув гранату в сторону. В сторону врага. Мне такие убийства нравятся. Оп, у меня есть самолет-шпион. 36-55. Что-то очень большая разница. Блин, на чё я наступил? Опять на гранату на чё-то. Ой-ой-ой, артиллерия плохо. Как неплохо. Да дай убежать-то. Так, у нас сокращается разница. Блин, они уже теперь падать начинают. Вы всосали. Почему такая клава громкая? Поскольку это красные свечи. Да, красные свечи. Клава, не знаю. Я в наушниках, я вообще не слышу. Но по мне. Не знаю, может быть микрофон просто чувствительный. Я в принципе вообще ее. Я сегодня ее достал первый раз и такой. Думаю, ни хрена себе механика, и такая тихая. Ну то есть. У меня просто до этого, видимо, красных свечей не было. Это мои первые красные свечи. Активная защита. И вот турель часовой. Вот это надо открыть. И оружейный модуль, насадка. Глушак. Глушак. Комплект. Класс. Давай, оружейник. Дуло. А, это не глушак, это пламегаз. Ок, пламегаз. О, заменить, что заменить? Рукоять нахер не нужно. Король. В ушах вообще не слышно клаву. Это у тебя логитечевская? Нет. О, этих. Кулермастер, да. Говнокарта. Да. Давай попробуем, может быть... Опорный пункт. Вот. Обычно, как мы любим. Блин, а нельзя во время игры настраивать класс? Бесит. Слушай, человек по звуку говорит. Вроде говорит, у тебя красные свечи. А чё так гремят? Не, не знаю, я ничего не слышу. У тебя просто нечуткий слух. Говнослух у тебя. Вот оно что. Чё за режим? Опорный пункт. Почему у меня калаш без прицела? Возьмите цель под контроль. Сука. Опорный пункт подтвержден. Опорный пункт под контролем. Мы вышли в лидеры. Ох ты, блядь, люка, блядь. Блин, а как этих мудаков выключить, а? Мне кажется, надо идти в атаку, потому что если мы будем... Надо держать опорный пункт. Но... Мы получаем за очки, очки за удержание. Там один человек нужен. Ух ты,
Ладно. Что это у меня за ружье такое? Я не понял. Пункт атакован. Что это у меня за винтовка какая-то непонятная? Ты там выжил, нет? Я да, но тут кто-то есть. 7 секунд осталось. Вот, оно около меня. Все, ты продержался? Класс. Опорный пункт под контролем. О, калашка. Я пойду в пески. В песках лучше прятаться. О! Да, выживший. Отбиваем опорный пункт. Гранату на опорный пункт надо кидать. Да, опорный пункт потерян. А! Да, сука! Как так, блядь? Как так? Бросаю оглушающую. Оглушение! Я, блядь. Опорный пункт обнаружен. Опорный пункт под контролем. Да сука ты, блядь. Вижу, Мадлер бежит ко мне. Это какой-то снайпер в меня попал. Кого? Сукан. О, убит. Второй убит. Да ты пи, братья. Подонки. Ой, артиллерия, это плохо. Прячемся. Угроза артобстрела. Ой. В вашем секторе замечена турель часовой. Ой-ой, правда, часовой. Какой ты? Кидаю в Мадлера гранату. Мы потеряли опорный пункт. Я не понял, кто меня убил. Там стоит сраная турель. Вон, вижу, чувак бежит. Ебать, там... Ух, орлиные глаза. Чувака на диком расстоянии убрал. Может, граната хоть взорвется? О, граната прошла. Сука, гребаный противник. Может зайти из ниоткуда. Оп, убил его. Ай-яй-яй, ай! Карамба, снайпер. Надо к следующему идти. Пошел в жопу. Опорный пункт подтвержден. Опорный пункт захвачен. Я держу. Новый уже? А я бежал и что-то прям на четверых маджахедов вышел. Закрепляйте преимущество. Около парашюта чувак стоит. Да он там, сука, сидит наверху. И просто убивает всех. Он. Я его разобрал. Он не играет в игру. Красненькие идут с другой стороны, да? Ты, сука, ну. Блядь. Подсветил. Капелюшечка, блядь, осталась. Пошла оглушающая. Снайпер гребаный. Опорный пункт подтвержден. Опорный пункт у противника. Как так-то, блядь? Опорный пункт захвачен. Следи, куда стреляешь. Блядь. Лови гранату. Бум.
Ах ты, сука! Сунул бич. Да, именно так. Вы потеряли опорный пункт. Я просто хотел спрятаться. Опорный пункт захвачен. Опорный пункт атакован. Мы потеряли опорный пункт. Обнаружены группы самолетов шпионов. Опорный пункт захвачен. Уйди, чувак, ну что ты мне влез-то сюда? Нет. Зачем все сидят в этой точке? Нужно, чтобы в точке сидела пара человек. Вылетай, что ты ждешь-то? О, молодчик. Шпион, молодчик. Мы победили. Да, мы их еще добавили. Не, неплохо. Ну, пошел нахуй. Какой разрыв? Блять. Как выключить этих уродов-то, я не понимаю? F10, по-моему, F9. Но вообще их надо блокировать в лобби. Я блокировал? Нет, значит. Очевидно. Или их нужно каждый раз разблокировать? Ну, у меня написано разблокировать всех. Ну ты увидишь, там же перекрест, ну, за перекрещенные эти самые динамики будут. Ну, заблокировать всех. Странно. Карьера. Штаб-сержант. Так, М-ка говоришь, да, хорошая? Не, на ней ничего нет. А вторым оружием к ней нужно, знаешь, чё? Грунтомет? Грунтомет, да. Из перков нужен нам... призрак. Инженер. Попробуем. Чё за карта? Майами! Неплохо, неплохо. Че, 23-58. Давай последнюю карточку. Давай. Давай. Ты Baldur's Gate играл? Прошел? Ну, я играл, конечно. Но не прошел. Не-не-не. Совсем не моя игра. Вообще топчик. Ну, водичка кончилась. Бери, я планировал сегодня вечером собрать комп. Какой? У меня тут лежит материнка. Я ждал для нее маленький корпус. Маленький корпус. Нет. Такая. А, все, я понял про вот какую-то. Вот это вот сирануш бабушка. Да, да. Но я решил, что... Эксперимента какого-то? Я... Мне должны были прислать нормально. Я думал, я у нее воткну i9-10900 и буду радоваться. А они что-то заменили, и я такой... И я думал, как бы напишу обзор, но нужен маленький корпус. А как неожиданно, у всех корпуса кончились. И никто не может прислать. И у меня только большие корпуса. Бедно ты несчастный. Бум! Как хорошо граната нашла. О, молодчик. Мы вырвались вперед. Огонь! По своим стреляй! Ты в кого стреляешь-то, дружище? Да,
Да, М-ка, кстати, здесь роляет точно так же, как и в МВ. Сука! Так сосредоточен. Стрелял. Готовлю контактную мину. Вот вам мина. Да чтоб вас. Ах ты, сука! Переключился на меня быстренько. Быть оружие без прицела. Контактную мину. А я чё? Чё? Бегаю, никого нет. Nobody in the house. Вот, кто меня нашёл? Меня кончились патрошки, осталось только РПГ. Тоже хорошо. Чувак в меня кинул гранату. Как-то он меня спалил.
секторе обнаружен самолет шпион. Кто? Как, блин? Да где вообще? Все. Самолет шпион, это хорошо. Так, это наш прилетел. В секторе обнаружен самолет шпион. Вижу машинку. Штаб, отправьте сюда самолет шпион. Что, никто так-то не возьмет? Ну, еще чуть-чуть. Мы почти победили. Ой, щелк, бум. О! Кто-то на мою мину наступил. Красавчик. Хорошее место я ее разместил. Шестнадцатый уровень. Бам-бам-бам! Вы отлично справились. Так держать. 6-6 в 2020 году. Ну это тест! Хорошо, хорошо пострелял, чувак. Ага, это он в тебя стреляет. Что ж тут хорошего-то? Хорошо стреляет. А ты говоришь, пушка плохая. Которая трёхвыстреловая. О, мне дали М16. Так, все, я закончу. Точно теперь. Все, давай. Блин, М-ку качать или не М-ку? М-ка хорошая, наверное. Да чё, ты дальше будешь играть, что ли? Ну, чё-то играется, я не знаю. Чё бы нет. Не, я пойду что-нибудь покушаю, я что-то поел вообще. Она трёх выстрельная, что ли? Всё, чатик пока. Давай. Да, я тоже, наверное, пойду. Давай, друзья, тоже я пойду, что-нибудь поделаю полезно, или спать пойду. Вот. Спасибо за стрим. Первый фазлик.